Всем привет! Вы на канале Посуда Маэстро, и сегодня мы рассмотрим кастрюлю Маэстро MR3508-14. Вот такая вот симпатичная маленькая кастрюлька, объемом всего лишь 0,9 литров и с диаметром крышки 14 сантиметров. Так, что она из себя представляет? Корпус комбинированный, низ матовый, верх глянцевый. Давайте ее полностью распакуем. Поставляется без коробки, вот просто в такой вот упаковке пластиковой, запечатанной. Снимаем, убираем бумажку из крышки и смотрим на кастрюльку. Так, по внешнему виду кастрюля довольно-таки тяжеленькая, толстое многослойное дно. Снизу на дне логотип Маэстро, обозначение, что подходит ко всем источникам тепла, индукция, газовая плита, электроплита, ну и все прочее. Ну, стандартная надпись High Quality Stainless Steel Premium Cookware. Крышка у кастрюли стеклянная с отверстием для выхода пара. Ручка крепится с помощью болтика. Ручки у самой кастрюли крепятся с помощью сварки. Есть шкала объемов 0,25, 0,5, 0,75, ну и под крышку будет, собственно, 0,9. Надеюсь, обзор был вам полезен. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.